Меня зовут Александр, мне 33 года, и я чуть-чуть сумасшедший. Все то, что было на экране, это было маленькой мечтой, больно. Самое главное, то, что не нужно останавливаться и нельзя останавливаться. Ты не дотянешься до своей мечты, если не будешь верить в нее. Вера и настойчивость – вот основной двигатель прогресса. Зачастую люди смеются и не верят в тебя, когда ты им начинаешь рассказывать о своих планах, намерениях и целях. Поэтому не стоит никому рассказывать об этом. Просто бери и делай. Успех – это путь одиночки, и тебе придется многим пожертвовать и ограничить себя в чем-то. Просто ограничить себя в некоторых вещах, потому что посидеть сегодня здесь, завтра там, туда-туда, этот путь – все из наших маленьких мелочей. Если мы не можем себя контролировать и держать в малом, то мы никогда не добьемся большого, потому что мы не умеем владеть малым. Во всех твоих неудачных попытках виноват только ты сам. Нельзя жалеть себя. А если у тебя 100 раз ничего не получилось, ты сдашься? Или попробуешь 101-й раз это сделать? К тому, чему вы идете, к своей мечте, к своим желаниям, то, что вы вот здесь у себя родили в голове, в сердце, в самом себе. Ни в коем случае нельзя изменять своей мечте. Мы должны очень сильно любить и быть одержимыми тем, что мы делаем. Только тогда у нас что-то получится. Вокруг нас очень много соблазнов. И если вы будете постоянно отвлекаться, думать о том, о сём, о пятом, десятом, так вы никогда не придете к цели. Если вы поставили цель всю неделю вставать в 6 утра, и по какой-то причине один раз вы это не сделали, то ли плохая погода, то ли настроение не было. Все, придется начинать все заново. Вы должны выработать в себе все лучшие качества, настойчивость и упорство. Если вы выработаете в себе такие качества, то обязательно добьетесь результата. Цель моя была с детства помочь маме, помочь себе. Смотрите, у меня такая ситуация была на кухне. Мы разговаривали, застолье, мама, папа, друзья и все остальные. Они разговаривают о работе. Что я сразу с детства им говорил, что я не хочу работать на заводе. Я не хочу каждый день ходить на работу, а в пятницу вечером радоваться то, что завтра суббота и воскресенье, и мне не надо идти на работу. Потому что большинство людей, которые ходят каждодневно на работу, они ее не любят. В этом и есть проблема. Мы не любим то, что делаем. Никому не говорите о том, что вы хотите сделать. Просто молча сделайте и покажите результат. Не нужно никому рассказывать ваши планы на жизнь. Станьте чуть-чуть скрытнее. Счастье любит тишину. Ты виноват во всем сам. То есть надо научиться принимать решения и... Спасибо. Надо научиться принимать решения самому и не советоваться с теми, кто говорит, а может не надо? Вот может не надо, у вас и ничего не получится. Надо. А если у тебя не получится? Ну, значит, я сделаю еще раз. А если у тебя 100 раз не получится? Ну, значит, я сделаю 101-й раз. Однозначно мы придем к тому, к чему мы идем, если сделаем правильные ошибки. Когда вы начнете фокусироваться на своей цели, вы начнете понимать, что вы это сделаете, и у вас нет другого выбора. Человек не может полностью отдаться своему делу, если у него нет страсти. Рост личности происходит, когда вы выходите за рамки комфорта. Нас останавливают, может быть, не надо. Алло, Наташа, может быть, не сделать это? Да нет, ты что, не делай. Да все, я не буду. Наташа сама не может этого сделать, и, конечно же, она советует другому тоже этого не делать. Просто никому не говорите о том, что вы хотите сделать. Маленький ребенок, бегая по комнате, падает на попку, встает и дальше бежит. Да? Он же не упал на попку и такой, да не, ходить не мое. Он бегает, продолжает дальше бегать, он где-то ударяется. Мы познаем мир в детстве через падение, что-то взять, съесть, понюхать. И это все дальше продолжается. Мы вырастаем, мы уже не кушаем какие-то вещи, которые не нужно.
там не тянем в рот, а то и тянем, кто его знает. То есть надо просто вот это все, что вас, что вам мешает взлететь, отпустить себя, стать свободным, меньше смотреть вещь, которая забирает ум и забирает мозги. Это телевизор. Читайте. Путешествуйте. Открывайте в себе что-то новое. Попробуйте острую еду, обычную. Нужно быть смелее. Как? Когда ты идешь на работу, я бы даже не сказал на работу, мне такое слово не нравится, работа. Когда ты идешь трудиться, заниматься своим любимым делом, даже если это просто элементарное жонглирование, зато ты его любишь. Вот я считаю, что это успех. А когда ты идешь трудиться и говоришь каждый день: как же мне надоел этот путь, как же мне надоел этот офис там, или спортзал, или, я не знаю, или машина. Любая вещь, которую ты хаешь, рано или поздно ты ее потеряешь. А если ты встал, улыбнулся, порадовался вот этому, не знаю, солнечному лучу. Хе-хе-хе-хе, класс. Надо быть таким чуть-чуть, мне кажется, лунатиком. Ну, по крайней мере, я такой.